Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Honda Stepwagon 2015 год, белый цвет, бензиновый двигатель объема 1,5 литра, 150 лошадиных сил, АКПП, передний привод, литые диски, хорошая летняя резина, пробег 153 тысячи километров. У салона у нас ухоженный темный салон, не прокуренный, три ряда сидений, капитанские кресла. Раздельный климат-контроль, кондиционер, подогрев передних сидений, мультимедиа, кнопка старт-стоп, мультируль, круиз-контроль, одна электродверь, режим эко, антиюз, электрорегулировка зеркал,